С открытием сезона вас! Днем уже перекать и веревку скидывай, чтобы мне подавали там кушать. Там тоже, видимо, где-то срезал. Крути, 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 давай! Давай, давай, давай! Так, нифига, где остальные-то все? Маринка. Телепортация! Давай! Крути, давай! Гулечка, давай! Чемпионка! У-у-у! Да все, можешь не напрягаться. Эй, хорош, трасса закончилась! Тормози! Номер какой у нее? Да, вот хрен знает, там не видела. Нет, я увидела. Номер 37. А что, время еще идет, да, засекаете? Молодец! Давай, 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 давай! О, где вы еще? Давай, 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 три серии по память! Вот! Молодец!
Велосипед убирай сразу. Сейчас финишировать будет. Давай, давай, давай! Это вы что вы? Люди, что проделали со мной? Да, давай, 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 валим! Вот погонщик дальний. Итак, церемонию награждения сюда. Вот сюда повыше, который. Итак, за первое место в категории дети награждается Рябов Максим, герой сегодняшнего дня. Насос хороший, качественный. Мы тебе потом грамоту выпишем и медальку сделаем. Мы контактами обменяемся. Следующая категория — это у нас будет награждение. За третье место награждается у нас Бучикина Анастасия, которая вообще не знала, что такое гонки. У меня забрала и шлем, и перчатки. И получает ценный приз. Не абы как. Да, остановись, это у нас псевдоподиум. Тоже помогает нам очень сильно в организации этих подобных мероприятий. Также получает почетную грамоту и какой-то тоже почетный приз. Я накопила, это я мечтала о тебе всю жизнь. Да, нужна тебе максимальную скорость. Ты куда пошла? Ты с этой стороны. И за первое место награждается Гуля Сибгатова. Но я был уверен в этой девушке, как бы, в отличие от вас, она носит шлем на гонку. И получает какой-то мега ценный приз, я не знаю, что это такое. Шлем, контейнер, шлем. Сделанный Богом, мне кажется. Похоже. Кстати бы, да. Итак, сейчас произойдет процедура награждения дисциплине кросс-кантри в категории мужчины. Лев Петров приглашается. Получает также ценный приз от компании «Велопрофи». Андрей Вдовин стал победителем наших сегодняшних. Родом стал Форева. Больше фрирайда. Меньше пробитых покрышек и самодельных колодок. И получает контейнерный шлем от Омска. Все круто, душевно, спасибо, соревнования закончены. Молодцы! Все! Все!